Всем привет, с вами Кёрти. И кто хотел поднять в последнее время очень большую сумму на CSGO Lounge, вы можете зайти на сайт CSGO Forecast и там уже увидеть что да как. У меня есть аккаунт с функцией аналитика, то есть я пишу аналитику на всякие матчи. Вот сейчас собираюсь как раз таки несколько аналитик написать. У меня уже есть точность процентов, в процентах это 72%, то есть 18 верных, 7 ложных из 25 прогнозов. И как бы, то есть смотрите вообще в чем суть. Вы заходите на любой матч и смотрите здесь прогнозы. То есть когда люди напишут прогнозы, да, вот здесь будет такая панелька прогнозов. Сейчас нету, потому что матч еще не скоро начнется и не все сейчас пишут. Давайте начнем там, посмотрим прошлые прогнозы. Вот из Fnatic. 1-2 сыграли. Вот, то есть прогноз от Паши. И здесь вы можете почитать и там уже судить, и также почитать эти комментарии пользователей и уже судить, на что вам ставить. В принципе, это вообще все, что... Кстати, здесь, если набрать хороший скилл, то можно выиграть очень много скинов в CSGO, достаточно хороших. То есть статрек, это, конечно, не очень, да? Вот статрек, в общем, неплохие скины можете выиграть. Тут уже люди... Ой, я вообще не сюда зашел. Гуру прогнозов, вот. То есть вот такие вот вещички можете выиграть. Тут уже 274 набил. Совсем недавно было намного меньше. Ну да, это очень много. То есть он уже выиграл АК-47 черный ламинат. Не знаю, сколько он стоит. Там, по-моему, немного поношен. 4 штуки стоит, насколько я помню. Что-то вроде такого. Или нет, или я ошибаюсь. Да фиг его знает. Ну, в общем, скины все равно неплохие. Да и тем более, делая такие большие скиллы, вы спокойно просто будете делать хорошие ставочки, и у вас будут они почти всегда залетать. Вот, сейчас есть множество игр, которые почти со 100% вероятностью могут сыграть хорошо, то есть в пользу ту, которую я поставлю, да. Напишу сегодня под вечер аналитику, могу скинуть вам ссылочку на группу, вы там посмотрите вообще, что да как. И, в общем, это все. Ну, да, сайт очень хороший. Я также могу вам показать еще сейчас несколько сайтов, если вы, конечно, хотите. Сейчас по-быстрому покажу. Ну, HLTV.org, думаю, все знают. Здесь матчи в прямом эфире. Вот. Также GameTournaments.com очень хороший сайт. Здесь профессиональные игры по каждой из игр, но популярных. То есть, это не будь то CSGO, не будь то Dota. Всегда здесь есть профессиональные игры. Здесь я чекаю статистику, ну, и также как HLTV.org. Статистика здесь всегда правильная, верная. Сейчас, кстати, матчи идут. Вот это вот интересный матч. Уже сыграли, да? Ну вот, Legacy все-таки... А, нет, не сыграли, не доиграли. Это первая половина. Ну вот, и так уже как бы ставите ставочки, делаете. Ладно, это, наверное, все. И так что заходите на сайт, регистрируйтесь. Вообще тоже делайте ставочки. Тут можно самому ставить, то есть выбираете... Ой, не туда нажал. Выбирайте здесь, за кого проголосуете. Не знаю, за кого здесь голосовать, сейчас на первый раз вижу эти команды. Кроме вот этого, она пару раз, по-моему, играла, но ни о чем. Ладно, всем спасибо за просмотр, скидываю ссылку, подписывайтесь.